Так, ну что, ребята, пока я ходил, пил чай. Эх, тут у меня я еще проапгрейдил лесника, получается. И мне лесник вырубил полностью всю опушку леса. Эх, сейчас посмотрим, вырастет ли лес или не вырастет. Вот это мне интересно. Так, очень-очень-очень много у нас бревен. Давайте мы это все... мы можем проапгрейдить транспортировщика. Так, давай. У нас еще и деньги растут. Откуда-то я не понял. Так, транспортировщик. Мне теперь быстрее будет передавать. И вот этого, значит, лесопилку тоже давайте проапгрейдим. Немножко, чтобы он побыстрее делал. Хорошо. Все, монет у меня 78 всего лишь. Так, давайте делаем этих досточек побольше. Так, а что у нас тут по каменоломне? А, видишь, каменоломня стоит и ничего не работает. Хорошо. Сейчас мы это все исправим дело. Давайте улучшим скорость. Карьера. Камень за нажатие 0.65. А теперь быстрее, да? А, недостаточно денег. Попробовать продать некоторые вещи на рынке. А что мы можем продать на рынке? Давайте продадим тогда дерево. Доски. Лучше доски. Дерево невыгодно продавать. Лучше продавать уже конечный материал. Вот так вот это досочки. Давайте досочки продадим. Так, 700 монет у нас есть. И чуть-чуть кирпичей продадим. Отлично, отлично. Так, лес. Ох ты, лес у нас уже начал расти. Так, давайте мы дорубим последнее дерево. Так, давай этого рубщика улучшим. Может, появится у нас еще один, нет? Нет, пока один только работает. А, он, смотри, он стоит. Ждет, вообще ни одного дерева нету. Ё-моё, нифига себе, мы всю опушку срубили. Жесть, жесть. Так, давайте сюда перенесем побольше брёвн. Смотри, как быстро я могу переносить. Потому что мне это немножко улучшено все, конечно же. И давай... О, дерево, смотри, выросло. Так, этот у меня работает. Эти все тоже работают. Так, на каменоломне, смотри, медленно что-то очень делает. Камни, кирпичи, то есть. Давайте мы его тоже улучшим. Так, производство у нас улучшилось. Так, на рынке давайте доски продадим все. Все доски мы продали. И будем улучшать этого каменоломщика, производителя кирпичей. Теперь он у нас очень-очень быстро будет производить кирпичи. Все. Все работают. Этот у меня, получается, дерево добывает. Этот носит бревна. Этот делает из них... Только что-то он медленно делает. Слушай, алло, давай быстрее. Может, я тоже проапгрейдить лесопилочку? Вот так. Хорошо. Пусть работает. Так, кирпичи у нас дофига. Ага, 24 кирпича. Хорошо. Строят потихонечку, потихонечку производят строительство этой башни. Кстати, плюс этой игры очень в том, что можно сходить попить чай, можно сходить в туалет. Они будут все работать. Вот это очень здорово, вот это мне очень нравится. Так, что можно еще прокачать? Строителей, кстати, прокачивать, мне кажется, нельзя. Они не прокачиваются, да? Или прокачиваются? Нет, они не прокачиваются, поэтому большого смысла нет здесь. Так, давайте, что, может быть, продадим еще кирпичей. 150 монет кирпич стоит. Так, ну все кирпичи мы продавать не будем, досточки продадим. Вот доски классно продавать. Давайте, пускай на лесопилке быстрее производит доски. Так. Кстати, когда вот я двигаю, я меняю курсор. И очень плохо, в плане, что двигать-то нет. Ничем другим нельзя. Так, смотри, у нас кирпичи кончились. Давай быстрее наделаем кирпичи, пускай ребята работают. Пускай строят те самые, какие, господи, нашу Вавилонскую башню. Вот мне интересно, что там за башня будет. И после башни что мы получим? Потом будем что-то другое строить? Другую башню? Или все-таки эту продолжим строить башню? Вот это вот мне интересно. Так, давайте мы этого производителя кирпичей апнем. Такс. Так, на рынок идем. Что мы здесь можем доски продать? Блин, досок вообще мало.
Давай чуть-чуть кирпичей. Что у нас здесь? Почему досок так мало? Алло. Давайте быстрее. Ну, видишь, у нас загвоздка в том, что... дерево-то. Дерево-то уменьшается. Так, давайте этого будем строить. Так, что еще интересно? Давайте апнем вот этого чувака, который здесь карьер делает. Источник камня. Чтобы побыстрее это все производилось. Так. 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 О, два шахтера у меня появилось. Круто. Оказывается, так можно было. Чтобы три шахтера. Нифига себе. Блин. А интересно, шахта она у нас уменьшаться тоже будет? Вот это вопрос. Прикинь. Как бы, если лес, он как бы еще вырастет, да? Он вырастает, лес. А вот вырастет ли камень, шахта? Шахта у нас может закончиться. Ну, либо, если мы это все добудем, получается, и у нас все закончится, но зато мы построим Вавилонскую эту башню. Как-то так. Вот это вот интересно мне. Так, смотри, вот этот очень медленно. Давай быстрее делай кирпичи. Мне уже интересно посмотреть, что у нас будет в конце. Какая у нас башня будет. Так, хорошо. Короче, у меня сейчас задание такое, чтобы кирпичи всегда были на месте, их было много. Ну, пусть они строят. Помогаем этому лесопилке, чтобы быстрее все это добывалось. Давайте принесем еще побольше камня, потому что сейчас камень закончится у нас здесь. Ну, транспортировщика можно было улучшить, конечно же. Но пока будем смотреть, что у нас тут вообще происходит. А происходит у нас вот что. Деревья растут. Эти чуваки все работают, молодцы. Надо побольше кирпичей, вот и все. По-другому, ну, никак. Давайте поможем здесь еще. Ну, здесь, смотри, у меня 300 камней уже есть. Ну, по идее, там много. 300 камней. Так-то, до 400 дойдем. Вот, все, и давай сюда транспортируем на лес, на камнеломня, вот это вот, камнепилка, да, как называется. Так, а что у нас тут на рынке можно сделать? Доски продать, кирпичи продать. Так, пока мы ничего продавать не будем, подождем, пока у нас это все дело построится. И нам нужно будет, скорее всего, потом еще доски для строительства экрана, поэтому доски будем экономно использовать. Так, давай на лесопилке быстрее наделаем досок, сразу, чтобы же у нас хватило на строительство крана. Я как бы на перспективу, на будущее смотрю, да. Так, готов подарок, вы получили неожиданный подарок. Сколько? 10 тысяч? Офигеть. 10 тысяч мы получили. Давайте что-нибудь апнем. А апнем мы сейчас каменоломщика вот этого. Производителя кирпичей. Пусть побыстрее производит. Вот, все, максимально быстро он строит. Опа! Нажмите на колодец, чтобы начать перетаскивать воду в лес и выращивать новые деревья. А где у нас колодец? Вот у нас колодец. Слушай, давай, конечно, поливать деревья. Почему бы и нет? Фига себе. Ага. А что у нас доллар написано? Что это значит? Можно бы продать или улучшить? Так, пока мы занимаемся, ребята, выращиванием леса. Это очень хорошо. Так, и монет у нас тысяч монет. Это типа бесплатно вода. Ну, хорошо, что они колодец сюда добавили. Будем ждать. Так, эти... этот чувак, смотри, начинает строить себе кран. Точно, да, он строит кран себе. Ну, здорово, здорово. Пускай тогда пока вырастет у нас лес. Фига, он лес не может вырастить, потому что этот все рубит так быстро лес. Офигеть, это что, в реальном времени происходит? Рубщик, нифига он какой он быстрый. Слушай. И это что, так долго растет лес, или он все это рубит? Да, ну ладно, пусть пока тогда... А давай попробуем порубить лес.
Да, лес рубится. Ну и тогда мы его не будем пока апать, потому что у нас и так не хватает леса. Так, что у нас здесь происходит? А, 32 доски нужно? Ты что, сумасшедший, что ли? Так много досок тебе надо. Ладно, сейчас мы тебе наделаем. Ух ты, это что такое? Подарок 4К. 4000. Тогда мы будем улучшать с тобой, знаешь что? Давай от этого лесопилочку улучшим. Чтобы побольше досочек было. Все. Пусть занимаются эти ребятушки. Давайте польем еще лес, чтобы вырос. Вот, теперь у меня, по идее, растет. Так, ух ты, опять деньги. Это что, постоянно будут деньги, что ли? Так, этому досок не хватает. Ё-моё, давай быстрее. Быстрее, 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 быстрее досочек сюда. Так, транспортировщика как мне апнуть, интересно. Фиг я узнаю, как его апать. Вот она, транспортировка, да? Давайте улучшим. Объем транспортировки. Теперь он быстрее будет сюда тащить. Нам нужно больше камня. Так, ну пока у нас камня много, мне нужно еще дерево побольше, ребята. Чтобы у нас, естественно, они построили наконец-то таки свой кран высокий. Ну, как-то так. Ну что ж, ладно, ребята, будем заканчивать серию. Очень интересная серия на сегодня была. И потом посмотрим, я немножечко пойду еще чай попью. И посмотрим, что они там настроят. Так что, ребятушки, мы с вами обязательно встретимся в следующем ролике. Ну а сейчас ты поставь обязательно лайк этому видео и подпишись на канал, если ты еще не подписан. А смотри, как медленно он поднимает камень. Офигеть. Давай быстрее, строй. Алло. Так. И чё? 120 кирпичей тебе надо? Серьезно? 120 кирпичей? Сумасшедший. Фига себе, как это все очень дорого стоит, ребятушки. Ну ладно. Всем пока-пока, до новых встреч!